Стан мініполігонаў, работа по асобным сборы смецця и барацьба с баршэўнікам Сасноўскага – прыярытэты ў работе экологаў в области ў 2019 годзе. На линейку готовности своечасово у сельгаспрадприемстве «Агранаватор» Бешанковецкого района техника до посяўной готовая на 90%. На Лабутенах у Витебском областном краязнаучым музее открылась выстава истории Абутку. У эфира новини Витебской области у студии Ольга Шмаргун. Витаю вас! Стан и ликвидация мини-полигонов, работа по раздельным сбору смецця и борьба с баршчевником Сосновского. Гэтыя накірункі з'являются приоритетными у работе эколога у Витебской области в 2019 году. На поширенной коллегии Комитета природных ресурсов и аховы навакольного осяроддзя подведены выники деятельности экологичной службы за минулый год и окреслены задачи на бягучы. Подробности у Ины Кирыенковой. У работе экологичной службы в области минулый год был довольно пленным. Упершиню за опошний час больше уваги стали надавать борьбе с баршевником Сосновского. Витебшина наибольш забруджена этим пустозельем, а принимаемые меры по его ликвидации не дают эффекту. В прошлом году только 27% было обработано химобработкой, в основном это было механическое скашивание. Да, технология соблюдается, но эффективность борьбы непосредственно механическая, она как бы не такая, как химическая. Поэтому мы надеемся, что в этом году будут выделены дополнительные средства и не менее 60% все же в Витебской области будет обработано химообработкой. Химичная опрацовка забруженных территорий потребует значных финансовых укладаний. Значную частку сродков выделить райвыканкамы, а так само из областного бюджета. Из областного бюджета выделено целевыми 536 тысяч рублей, что больше, чем полтора раза больше, чем в 2017 году. Плюс к этой 2018. При этом еще определенные средства выделяются непосредственно субъектами хозяйственными, сельхозпредприятиями, дорожными службами, агропромышленным комплексом. Актуальной застается и проблема несанкционованных звалок. Наибольшая колькость мини-полигонов размещена менавито в Витебской области. И многие из них не отповедают экологичным потребованиям. Только у двух районах, Лёзнинским и Браславским, их стан не выкликая особливых нареканий у экологов. Тому задача номер один – ликвидация подобных звалок. В 2019 году мы планируем ликвидировать 109 мини-полигонов на всей Витебской области. Два района на сегодняшний момент эту работу выполнили полностью, остальные еще есть к чему стремиться. Особливая увага будет надаваться у бягучем годе обсталяванию контейнеров для раздельного сбору смецця, с тем, как активизовать работу по перепрацовце другасных материальных ресурсов. У Витебску реализуется инвестпроект по будаўніцтве завода по сортировке и частковой перепрацовце смецця. Проект уже реализуется, уже на серьезной стадии исполнения. То есть сейчас за счет средств операторов вторичных ресурсов это новая очередь существующего полигона плюс мусоросортировочная линия с элементами переработки. Завод рассчитан на объемы 100 тысяч кубометров отходов в год. Будет предусматривать полуавтоматическую линию по сортировке. А у Орши в бягучем годе плануется начать будаўніцтва сучасного полигона. Наведение парадку на земле застается приоритетным, и для вырашения этой задачи додатково будут притягиваться сродки и ресурсы предприемств и организаций. Инна Кириенкова, Александр Петровецкий, новини Витебск. Готовность сельскохозяйственной техники до весенней посевной кампании у полночном регионе Беларуси складая больше за 70%. Ремонт машины идет сгодно с графиком. Нагадаем, техника повинна быть подрихтована до работы до 25 соковика. У сельгаспредприемстве «Агранаватор» Бешанковецкого района сегодня поставленную задачу выполнили на 90%. Як справляются? У материале Юлии Устиновой. От подрихтованности и працы тракторов, глебоопрацовчих и посевных агрегатов, сбожжа и кормоуборочных комбайнов залежат темпы полевых работ. У новаторы это добро разумеют и працуют на выник. Лет с 9, наверное, я начинал с отцом, помогал. То есть и пахать, и сеять. Ну, все, выполнять все работы полевые. Ну, так вот у меня пошло и пошло. В этом хозяйстве я уже лет 15. Ну, то есть все устраивает, зарплата устраивает. Работа есть. Приятно видеть результат своего труда.
Технічне забезпечення агропромислового комплексу адыгрывае вырашальную ролю ў своечасовым правядзенні ўсіх відаў палявых работ. Усе тэхналагічныя працэсы заснаваны на механізацыі. На ўзбраенні ў наватара каля 60 адзінак усіх відаў трактароў, з іх 12 энерганасычаныя. Эти 12 энерганасычных трактароў мы приступили к ним к ремонту осенне-зимний период. Отремонтированы. Сейчас ведется дошлифовка, то есть где-то что-то там подтекает, где-то мелочная работа. Капремонт двигателей, коробок, это все восстановлено, готовы. На линейце готовности до весенних полевых работ техника повинна стоять не позднее за 25 соковика. Тады техзабеспечение дозволить выконать усе сельхозработы у отповедные агротехничные термины. Дисциплина, во-первых, это понятно, с каждого и везде. Трудолюбие к земле. Механизаторы все активно работают, тут же горят желанием трудиться, либо деньги зарабатывать, настроение нормально, рабочее. У немалой ступени техничное забеспечение отбивается и на выниках жывёлагадоўлі, тем больше, что пераважная частка выручки новатора от молока. И тут выканание технологичной дисциплины и добрый настрой аграраю робит свою справу. Летось у господарцы надоили больше за 7200 литров молока на корову, а это один из лепших показчиков не только у Витебской области, а и у Беларуси. Юлия Устинова, Леонид Табола, новины, Бешанковицкий район. Курс історії Білорусі у вищих навчальних установах нашої країни з наступного года буде замінений предметом «Історія білоруської державності». При цьому акцент зробить на основних аспектах формування білоруської нації. Про це у тим ліку йшла говорка на республіканській нараді, присвячений 100-годзю створення Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. Історики, науковці і представники громадськості обміркували передумови і причини об'ящення БССР, узгадали льоси яє перших керівників і історичне значення савецкага перыяду беларускай дзяржаўнасці. Гэтая падзея мае вялікае значэнне для сённяшняй Беларусі па адной простай прычыне. Усе іншыя формы дзяржаўнага ўтварэння, якія існавалі дагэтуль, яны ці існавалі да станаўлення беларусаў як нацыі, таму што нацыянальнае ўтварэнне гэта ўжо пазнейшы працэс, гэта па сутнасці 19-ты пачатак 20-га стагоддзя. Дагэтуль існавала беларуская народнасць, існавалі тыя ж старажытна-руская народнасць і плямёны. Тут можна шмат спрачацца і шмат казаць пра гэта. Такія мерапрыемствы праводзяцца найперш для таго, каб навукоўцы абмяняліся сваімі думкамі і сваімі напрацоўкамі па канкрэтных праблемах. Па-другое, паколькі гэта мерапрыемства праводзіцца з удзелам грамадскасці, то задача яго давесці напрацоўкі навукоўцаў, давесці пункт гледжання навуковага супольнасці да грамадства. Да стагоддзя БССР у Віцебскай вобласці падрыхтавана маштабная праграма, у тым ліку спартыўныя і культурныя мерапрыемствы. Асноўныя ўрачыстасці ў Віцебску будуць ладзіцца 8 лютага. Праваахоўнікі шукаюць грамадзян, якія пацярпелі ад супрацьпраўных дзеянняў віцебскага таксіста. 35-гадовы мужчына прапаноўваў сваім пасажырам дапамогу ў вырашэнні праблем з дзяржаўтаінспекцыяй. У прыватнасці, за грошы абяцаў пасадзейнічаць у вяртанні вадзіцельскіх пасведчанняў. Зараз дакладна вядома, што адзін з кліентаў такім чынам пазбавіўся 1000 рублёў, другі 800. Праўда, свае абяцанні таксіст так і не выканаў. Вадзіцельскія пасведчанні, дзякуючы сваім быццам бы сувязям у ДАІ не вернул. Таму ахвяры махляра звернулися в милицию. В ходе беседы подозреваемый предложил свои услуги по возврату документов. Для решения вопроса он взял сначала 350 рублей, а позже дважды получал деньги, которые якобы шли сотрудникам ГАИ. Всего добычей подстрекателя стало более 1000 рублей. Еще одна пострадавшая, оказавшаяся заложницей схожей ситуации, отдала около 800 рублей. Обманутые витебчане, так и не получив обратно водительские права, обратились в милицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Как выяснилось, он уже был неоднократно судим за подстрекательство к даче взятки. Усіх, хто спрабаваў скарыстацца паслугамі пасрэдніка і застаўся і без правоў, і без грошай, праваахоўнікі просяць паведаміць пра гэта па нумары 8-0212-27-09-96 або па тэлефоне 102.
У Віцебску будуть судити підлітка, який забив 35-годового мужчину. Однак не за забійство, а за перевищення межі допущальної самооборони. Розслідування кримінальної справи завершено. Нагадаємо, у кінці кастричника на вулиці Гагарина обласного центру 16-годовий хлопець після раптовного конфлікту ударив ножом незнайомого мужчину і покинув місце здарення. Від отриманих травм мужчина пізніше помер у больниці. Школьника правоохоронники затримали літерально праз кілька годин. Первоначально юноше предъявлено обвинение по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство». В отношении него применялась мера пресечения заключения под стражу. Однако в ходе следствия было установлено в его действиях превышение пределов необходимой обороны. Это удалось благодаря проведенному анализу видео и аудиозаписей, а также показания обвиняемого. В этой связи молодому человеку предъявлено окончательное обвинение по статье 143 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство при превышении пределов необходимой обороны». Также в отношении обвиняемого была изменена мера пресечения на отдачу несовершеннолетнего под присмотр. Следчыя ўлічылі станоўчыя характарыстыкі падлетка з месца жыхарства і вучобы. Раней ён не меў праблем з законам. Акрамя таго, хлопец шчыра раскаяўся ў здзейсненым злачынстве. Кропку ў гэтай справе паставіць суд. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі працуе выстава «Гісторыі абутку». Лепшыя экспанаты з калекцыі, якая налічвае больш за 2000 асобнікаў, прадставіў італьянскі музей абутку імя кавалера Вінчэнца Андольфі. Больш за 140 экспанатаў падзялілі на тэматычныя секцыі. Яны адлюстроўваюць змены, якія адбываліся з абуткам на працягу мінулых стагоддзяў і апошніх дзесяцігоддзяў. Таксама тут можна ўбачыць, што насілі зоркі эстрады, кіно і спорту. У гістарычнай секцыі прадстаўлены чаравікі з розных рэгіёнаў свету. А секцыя «Абутковая вытворчасць» уяўляе найноўшыя і найбольш цікавыя распрацоўкі, у тым ліку і рэдкія прататыпы вядучых сусветных брэндаў, якія захаваліся выключна ў музейнай калекцыі. И здесь представлена обувь, начиная с 18 века, последовательно до сегодняшних дней. В принципе, здесь можно проследить такую последовательность через все десятилетия, как менялась мода, как менялась обувная мода. Вся обувь, которая здесь представлена, она была использована. Когда речь идет об обуви 18-19 века, то да, ее носили женщины и мужчины этих самых давних столетий. Обувь 2000-х годов чаще всего это как раз-таки обувь с подиумов модных итальянских. И, конечно же, это обувь знаменитых персон. Экспозіцыю суправаджаюць візуальныя, аўдыё і відэаматэрыялы, якія тлумачаць гісторыю паходжання і стварэння абутку. Гэта дазваляе гледачам узаемадзейнічаць з выставачнымі прадметамі, не дакранаючыся да іх. Важные и самые цікавые новины из життя Витебской области доступны у интернете. Актуальные сюжеты и выпуски новин, а так само все проекты телекомпании «Витебск» можно поглядеть на официальном сайте нашей компании vtv.by. Тут же можно знайти прогноз надворья на ближайшие сутки. На этом пока все. Еще больше новин в наших наступных выпусках. До встречи! У ближайшие сутки в области чекается облачное надворье. Часом опадки, дождь, мокрый снег. У особных районах налипание мокрого снегу. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер паўднёва-ўсходні 4-9 метров в секунду. Температура по ветру ночью минус 3 плюс 2. Днем от 2 градусов морозу до 3 тепла. У Витебску облачно, часом опадки, дождь, мокрый снег. Температура по ветру ночи 0-2. Днем каля нуля.